Городская поликлиника и сельская амбулатория относятся к первому уровню оказания медицинской помощи населению. Муниципалитет разделен на участки. Каждый способен принять до 1000 человек. Впрочем, в пиковые нагрузки здесь принимали и по 3000. За каждым участком прикреплен свой терапевт. Именно он ставит первичный диагноз. Пациент приходит с болями в грудной клетке. А боли в грудной клетке, они могут быть за счет болезни сердечно-сосудистой системы, болезни легких, болезни плевры, болезни пищевода, болезни поджелудочной железы, желчного пузыря. И если пациент решает прийти, например, к врачу-кардиологу, кардиолог исключает свою патологию и рекомендует ему: а пойдите вы к пульмонологу, а пойдите вы к неврологу. И тогда вот этот вот путь обследования и лечения этого пациента будет длительным. В отличие от того, если пациент с участка придет к своему родному участковому терапевту, который, посмотрев его назначит обследование, пригласит его с результатами обследования, поставит диагноз, назначит эффективное лечение и при необходимости направит на консультацию. Прямая запись на прием к специалисту узкой направленности ведется лишь для жителей нашего города, которые состоят на диспансерном учете. Например, это люди, страдающие сахарным диабетом. Остальные должны сначала сдать анализы и пройти медицинский осмотр. Это позволяет обеспечить максимально эффективное лечение.